Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Дашута, и у нас очень интересное новое видео. Это как сохранить клиентов. Я бы рекомендовала посмотреть это видео как начинающим мастерам, так и мастерам, которые имеют уже опыт, и мастерам-профессионалам. Но все-таки самое информативное это будет для начинающего мастера. Почему? Если мастер уже с достаточно хорошим опытом задается вопросом, как сохранить клиентов, значит ему нужно проходить немного другие курсы, потому что мастера, которые имеют достаточное количество опыта, они уже должны иметь эту базу и не переживать, что они ее потеряют, и они должны начинать развиваться дальше. Для этого у меня есть совершенно другие курсы, это как открыть свою студию, как научиться работать в команде и тому подобное. Поэтому данное видео я бы рекомендовала внимательно смотреть начинающим мастерам. Милые мастера, сейчас мы начинаем с вами тему, как сохранить клиентов. Каждый мастер должен знать, что путь к его клиенту лежит через его глаза. Это вроде звучит совершенно просто, но очень по-настоящему. Поэтому я бы хотела разделить подход к нашему клиенту это на два критерия, которые необходимы, навыки такие необходимые для каждого мастера. Первое это сервис, и второе это качество выполнения самой работы, то есть качество работы. Очень важно это, конечно, сервис, потому что это сам подход к вашему клиенту, атмосферу ту, которую вы создаете, как вы с ним разговариваете, находите ли вы с ним общий язык. Мы сейчас полностью все эти критерии с вами перечислим. И второй момент – это качество выполнения работы, потому что, собственно, именно за этим клиенты к вам и приходят. Дорогие мастера, итак, что относится к сервису? Здесь есть два варианта работы. Это первое, когда мы работаем на дому, потому что сервис мы можем предоставлять также в разных местах. Мастера работают не только в салонах, в студиях, также есть мастера, которые работают на дому. И тут сервис тоже будет немного отличаться. То есть хорошо это или плохо, мы сейчас с вами разберем. Первый вариант, когда мастер работает на дому. Есть такие преимущества. Это мастеру удобно работать, потому что у него нет привязки никакой к графику, ко времени. То есть он сам выстраивает себе план работы, сам договаривается с клиентами, когда ему удобно, да? Нет оплаты за аренду, вы не платите лишнюю денежку, вы оплачиваете просто коммунальные, как бы вы стандартные так их должны платить. Если у вас есть детки и получилось так, что где-то из детей кто-то простыл, либо не смогли отвезти в садик, плюс-минус, если ребенок не совсем маленький, вы можете совместить свою работу и со своим ребенком, то есть уход за ребенком, если вы работаете на дому, да? Следующее, это расходы на лишнее оборудование. То есть у вас есть конкретно в квартире, например, какая-то тумбочка, либо это стульчик, либо что-то вы поставили рядом с собой, поставили расходные материалы, вам удобно, вы работаете. То есть вы ограничиваете расходную часть, начиная работать дома. Итак, я здесь выделила раз, два, три, четыре, пять плюсов, да, при работе дома. То есть у нас работа дома набирает раз, два, три, четыре, пять плюсиков. Теперь давайте рассмотрим, что у нас есть из минусов. Стоит ли, как бы, где вот эти вот весы, куда будет больше перевешивать? Стоит работать дома или не стоит? Итак, из минусов. Семья. Это очень важно. Это личное пространство и домашний уют, который, когда приходят посторонние люди, немного теряется эта атмосфера. И как бы семью всегда хочется беречь больше там, от посторонних взглядов, от всего этого. Поэтому следующее. Это запахи и еда. Возможно, вы готовили, всегда нужно проветривать, потому что клей тоже будет не слушаться у вас, если у вас много примесей в воздухе. Это тоже будет уже минусом. Ну и также приходят клиенты, возможно, какие-то запахи еды будут отвлекать вас от работы. Следующее – это уборка. Постоянный контроль, все должно быть чисто. Но я могу сказать, что если вы работаете в салоне, либо в студии, у вас всегда тоже должно быть чистое, ухоженное, аккуратное место. Но дом – это немного другое. Когда приходит клиент, надо убрать весь дом, все убрать, чтобы постоянная была чистота, да? Итак, место для кушетки. Если вы в любом случае вы дома захотите поставить, возможно, кушетку, это будет занимать также дополнительное пространство, и вашей семье будет не так комфортно. Возможно, вы работаете на диване, но
Сейчас мы будем с вами подводить итоги и придем к тому, что еще из плюсов, ну, возможно, это плюсы как для вашего клиента, да, это невысокая ценовая политика, потому что когда мастер работает дома, то есть мы ставим всегда цены немного ниже. Мы компенсируем их то, что мы не платим аренду, нас не мучают там налоговые пожарники и все остальное, поэтому мы дома сидим и ставим цены немного ниже, да. Но из минусов. Это ваше стоп-развитие, и когда мастер перегорает. Поэтому вы можете определенный промежуток времени работать на дому до тех пор, пока у вас не будет небольшая база клиентов. Затем, для того, чтобы развиваться дальше, вам обязательно нужно будет менять обстановку. Потому что вы уйдете, например, работая дома там, года 3 подряд, вы начнете уходить в депрессию без дальнейшего развития. Поэтому в любом случае, когда вы наберете небольшую базу клиентов, следующим этапом это для вас будет работать в кабинете. Например, вы для себя даже не будете открывать сразу студию, а вы сделаете для себя кабинет. Итак, у нас получилось, что к минусам мы ставим 7 таких пунктиков. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 минусов у нас получилось. Это семья, личное пространство, домашний уют, запахи, еда, уборка, место для кушетки, ценовая политика, стоп развития, и мы начинаем перегорать. Если честно, даже больше минусов получилось, но пускай будет так. Следующее, что это мы разберем преимущества работы в кабинете. А теперь внимание, все минусы, которые мы с вами только что проговорили и были у нас дома, мы переносим их в кабинет в качестве плюсов. То есть у нас будет как минимум здесь 7 плюсиков, да? То есть все, что нам неудобно, некомфортно делать, нам получается комфортно это делать в кабинете. То есть автоматически получается, что плюсов сразу больше при работе в кабинете, чем плюсиков при работе дома. Но все равно мастер будет иметь определенную такой стоп, когда он поработает в кабинете. Ему будет комфортно, он убрал лишний поток людей от своей семьи, скажем так, да, вы уже привыкли, работаете, но получается то, что вы все равно не можете слишком дальше развиваться. В кабинете вы можете поставить одну, возможно, две кушетки, но максимум, если вы возьмете побольше кабинет, у вас будет стоять 3 кушетки, где вы сможете работать самостоятельно, пригласить кого-то на арендное место, либо вы пригласите работать себе еще дополнительно девочку, да. Но вы не сможете проводить курсы, вы не сможете проводить какие-то семинары и встречать большое количество людей. Для этого вам необходимо создать студию. Когда вы будете создавать студию, это уже очень большая работа. Поэтому рекомендую вам приобрести курс, который будет проходить у меня 21-22 марта. Также 29 февраля вы сможете пройти онлайн-вебинар, который состоится у меня. Это бизнес с нуля, либо как открыть свою студию. Я очень рекомендую посетить и тренер-преподаватель курс бизнес с нуля, потому что это даст вам новый толчок, и вы поймете, как развиваться дальше, если до этого вы работали на дому, либо работали в кабинете. Я хочу вас смотивировать сделать что-то большее. Дорогие мастера, мы с вами рассмотрели плюсы и минусы работы дома в кабинете, и под вопросом у нас осталось, как же создать свою студию, но сегодня у нас тема, как сохранить нашего клиента, поэтому мы возвращаемся к тому, что необходимо делать именно для того, чтобы сохранить нашего клиента. Эту информацию мы с вами вытираем и начинаем перечислять все пунктики, которые должны присутствовать и дома, и в кабинете, и в студии. Итак, первое. Это тактичность и пунктуальность. То есть вы должны всегда быть с клиентом максимально любезными, приветливыми. Это очень хорошее качество для мастера. Следующее, что необходимо для мастера, это вести карту клиентов. То есть всегда должна быть обратная связь. Далее, это напоминания и конкурсы. Возможно, вы ведете какие-то свои социальные сети, и вы всегда должны где-то о себе напоминать вашему клиенту. Либо создавать конкурсы, которые будут их заманивать. Да, приведи друга, либо приведи подругу. Также вы должны создавать для своего клиента какие-то уникальные фишки. Возможно, это будет небольшой подарочек в виде щеточки. После того, как вы выполнили процедуру, вы подарили своему клиенту щеточку. То есть он всегда будет ставить для себя галочку. Что я сейчас пытаюсь вам донести? Что для того, чтобы сохранить
максимум вашего клиента, вы должны быть для него очень интересным мастером. То есть вы должны уметь создать вот эту атмосферу, которую клиенту захочется вам возвращаться. Так, давайте сюда напишем уникальные фишки. Уникальные фишки. То есть каждый мастер может что-то придумать свое. Возможно, это будет даже какой-то, вы создадите свой небольшой логотип, либо свое название, сделайте инструкцию. К этой инструкции прицепите щеточку и будете дарить каждому вашему клиенту. Он обязательно обратит на это внимание, потому что это качественный, хороший сервис. Итак, следующее. Это уют и атмосфера. Что относится к этому пункту? У вас должен быть хорошо оборудован кабинет, то есть это приятные цвета для зрения вашего клиента, возможно, не слишком пестрые, либо не слишком черные, а такие, как мы любим воспринимать девочки, да, то есть может, это могут быть какие-то немного аромамасла, но вы должны всегда понимать, что не всегда клей может работать с определенными примесями воздуха, поэтому масла тоже нужно выбирать грамотно. Следующее, психологический подход к самому клиенту. Психологический подход. Это язык где-то на подсознательном уровне с вашим клиентом. То есть как правильно к нему обращаться, когда он приходит. Как правильно преподнести, что, например, он пришел и говорит, я хочу экстрим лису, а ему вы видите, что она не подходит. То есть вы должны тактично, красиво уметь найти психологический подход и объяснить, выйти из этой ситуации, объяснить вашему клиенту, что лучше бы мы сделали другой эффект, на вас он будет смотреться намного гармоничнее, да? Следующее – это настроение и улыбка. Давайте тоже запишем этот пункт. Настроение, улыбка. Будьте максимально любезными и приветливыми. Когда вам приходит клиент, старайтесь немного улыбнуться. Улыбка, она всегда как бумеранг, срабатывает обратно. То есть, если вы улыбнулись вашему клиенту, вы дали частичку хорошего настроения, и обязательно оно будет возвращаться к вам. Следующее, это формирование цены. То есть, к сервису также будет относиться ценовая политика. Уже будет зависеть от того, где вы работаете. Работаете на дому, ценовая политика немного дешевле и чуть-чуть другой клиент, да, тот, который может себе позволить пойти там, где немного дешевле. Либо это еще могут быть чуть-чуть другие критерии. Возможно, ему просто удобно, потому что вы наращиваете у него в доме, у него в парадном, и как бы его это устраивает, да, и тут может уже не зависеть от ценовой политики. Но, как обычно показывает правило, что цены разделяются. Это когда мастера работают дома, когда работаем в кабинете, когда работаем в студии и где вы находитесь территориально. То есть, либо это центр, например, я сейчас могу привести вам Украину, да, в пример. В Киеве могут быть цены немного дороже, чем будут, например, в Днепропетровске, либо в Харькове. Либо в целом могу вам привести Киев, потому что я здесь проживаю. У нас в центре Киева всегда будет формироваться дороже цена, чем где-то по окраинам Киева. Поэтому что касается к сервису, вы должны найти лояльный подход со своим клиентом в той местности, где вы находитесь, и сформировать для него самую идеальную цену. Следующее – это система лояльности для каждого клиента. Накопительные бонусы, приведи подругу, это у нас уже было, либо первое наращивание со скидкой такой-то, такой-то. То есть это все небольшие заманушечки, либо такие лайфхаки для наших клиентов, как их привлечь и как их удерживать. Да? Что касается накопительных бонусов. Если у вас клиент постоянно систематически ходит, вы можете просто, знаете, вот у нас есть, мы заходим в кафешку, у нас есть карточка, например, и там пропечатывают там 5 кофе вы купили, 6-й вам в подарок, да? Ну, то есть подарить 6-е наращивание, это, возможно, будет немного невыгодно мастеру, но вы можете продумать какую-то свою собственную схему, действуя уже, отталкиваясь от тех слов, что я вам только что предложила. Итак, следующее. Вы можете создать для клиента абонемент. Стоп. Мы сейчас запишем. Было у нас формирование цены. Потом система лояльности для каждого клиента. Это бонусы, да, накопительные бонусы. Давайте так напишем, накопительные бонусы. Следующее, это у нас будет абонемент. То есть, если вы понимаете, что у вас есть постоянные клиенты, которые к вам постоянно ходят,
регулярно. То есть делать это регулярно, вы можете для него создать абонемент на 5 процедур, на 10 процедур. То есть тоже будет, соответственно, уже немного выгоднее ценовая политика. Это необходимо делать, потому что вы должны следить за сетевым маркетингом и как бы создавать что-то интересное для ваших клиентов. Далее, это конкурентоспособность. Вы должны всегда предложить что-то лучше, чем есть у вашего соседа. Такая хитрость для начинающего мастера. Если вы знаете, что у вас где-то рядышком с вами работает мастер, да, вы можете прийти и вы планируете тоже пойти на курсы, обучиться, у вас начнется такая конкуренция. Но она должна быть немного здоровая, конечно. Нельзя так говорить, что он плохо работает, приходите ко мне. Нужно делать немного по-другому. Нужно всегда становиться лучше. Вы можете прийти к мастеру, к соседу, там, посмотреть, что у него, как есть, и оборудовать свой кабинет немного по-другому, по своему вкусу, либо что-то доработать и сделать немного лучше. Это называется здоровая конкуренция, когда вы не переманиваете хитро ваших клиентов, а просто создаете такой космический уют. Я вам сейчас приведу такой пример. Если есть где-то очень классный ресторан, и возле него строят еще один ресторан, и этот ресторан имеет, например, первый, который стоит, он имеет очень колоссальную, хорошую популярность. Как вы думаете, если построят ресторан рядышком и сделают его хуже, чем предыдущий, пойдут ли туда клиенты? Нет, потому что он будет новым, потому что там не будет устраивать сервис и тому подобное. Поэтому, если стоит ресторан, и возле него будут строить какое-то соседнее помещение, соседний там ресторан, то его всегда должны сделать лучше. Точно так же должны работать и мастера по наращиванию ресниц. То есть это как бы для вас должно быть галочкой такой. Следующее. Так, конкурентоспособность мы с вами сюда записали. Это опрятность мастера. Я бы сюда добавила, что, конечно, мастер должен всегда ходить очень аккуратным, чистым, это должен любой человек ходить, так, вымытая голова, там, в порядке маникюр и тому подобное. Но есть еще такой момент, я вам скажу, это уникальность. Возможно, вы сделаете для себя какую-то форму и будете одевать футболочку там с ресничками. То есть это все будет бросаться в глаза вашим клиентам, и как бы вроде мелкие детали, но всегда будут сохранять и притягивать к вам вашего клиента. Это то, что я хотела сказать относительно сервиса, да? Значит, опрятность мастера, давайте сюда добавим. Опрятность мастера. На самом деле, все эти пункты, у нас получилось их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пунктов, я раскрыла для вас совершенно чуть-чуть, потому что каждый из этих пунктов скрывает в себе намного больше информации. Также эту информацию я буду частично рассказывать на курсах, которые будут проходить у меня. Это 29 февраля «Бизнес с нуля». Если вы хотите больше подробной информации, вы можете посетить этот курс. И второй – это тренер-преподаватель, который будет проходить 21-22 марта. Очень рекомендую вам его посетить, вы узнаете еще больше информации. Потому что то, что я рассказываю в данном видео, это, наверное, самая маленькая капелька в том море, в котором вы можете купаться информацией. Итак, следующее. Как сохранить клиентов? Я выделила два таких момента. Первое – это сервис, и второе – это качество самой работы. Да? Что мы отнесем к качеству работы? Первое – это, конечно, технические моменты. То есть мастер должен обладать абсолютно всеми хитромудренными схемами, потому что когда придет к вам какой-то капризный клиент, наша задача – сохранить всех клиентов. И чем более капризный клиент, и вы к нему нашли подход, тем самый профессиональный вы будете считаться мастер. Поэтому вы должны обладать всеми техническими навыками. То есть знать, как технически правильно все выполнять, целую кучу эффектов и тому подобное. Да? Далее – это моделирование, то есть знание построения схем и эффектов. Второе – это моделирование. Это будет касаться качества вашей работы, да? Построение схем и эффектов. Чем больше знаете, тем лучше вооружены. Следующее. Уникальность выполнения работы. То есть старайтесь всегда дать что-то, новинку какую-то вашему клиенту. Появился новый изгиб, добавляйте его в свой ассортимент. У нас сейчас в наличии появился очень классный изгиб LD, который хорошо открывает внешние уголки. То есть при работе с этим изгибом у вас
те клиенты, потому что мы работаем в основном со славянской внешностью, и у всех клиентов, у которых вот опущен внешний угол, как бы на данный момент это уже исправимо. Просто берем завиток LD, и он нам как бы помощник в работе. Следующее, это добавляем цветные ресницы и обязательно всегда следим за новыми трендами, то есть включаем их в свою работу. Итак, у нас здесь будет уникальность выполнения работы. Уникальность выполнения работы. То есть цветные ресницы, новые изгибы, что-то добавляем такое свежести для наших клиентов. Скорость работы. Скорость работы, я, наверное, этот пункт не буду вам сейчас слишком рассказывать, потому что рассказать о нем чуть-чуть, это не сказать ничего. Если я начну рассказывать о скорости работы вам намного больше, то это получится совершенно другое видео. Поэтому для себя ставим галочку, что вы должны, когда качественно работаете, научиться работать еще и быстро. Следующее, это качество материалов. Качество материалов. И еще один пункт, это чистота работы. Как правильно подобрать для себя все материалы, это клей и тому подобное. Также у меня есть на канале подобное видео, поэтому вы можете смотреть. Смотрите, я думаю, что теперь вы будете немного добавлять в свою работу каких-то лайфхаков и новинок, потому что это видео все равно является для вас полезным. Возможно, вы никогда не задумывались над тем, что можно создать для ваших клиентов там абонемент, например, либо какую-то систему накопления скидок или бонусов, либо вы не ведете карту клиентов. Все, что здесь сейчас прописано, будет для вас как бы таким шпаргалочкой такой. Поэтому берите, работайте и всегда сохраняйте своего клиента. Дорогие мастера, а теперь, наверное, у вас возник вопрос. Я написала здесь кучу всего для того, чтобы работа была вашей качественной. Это технические навыки, моделирование, там, не знаю, секундное слово опять. Дорогие мастера, я для вас написала целое... Ну, что такое? Дорогие мастера, а теперь вы, наверное, задумались, как улучшить свое качество работы, потому что я написала достаточно много критериев, которые будут важны для того, чтобы сохранить вашего клиента, и они будут касаться именно качества вашей работы. Для этого необходимо пройти чемпионат, который состоится у меня 21, 22, 23 мая, для того, чтобы убедиться, что вы очень классный профессионал и можете дать своему клиенту намного больше, чем могут дать где-то мастера, которые работают с вами рядышком и не посещают чемпионаты, либо не проходят курсы. Также у нас будет онлайн-подготовка для мастеров, онлайн-подготовка к чемпионату. Почему? Многие задают очень интересные вопросы. Это можно ли там выбирать модель с татуажем, к примеру, на чемпионат? Все эти вопросы мы будем обязательно с вами открывать. Для чего? Для того, чтобы вы не боялись просто посещать данные мероприятия. Это очень важно. И вы сможете также убедиться в том, насколько качественна ваша работа. Здесь я написала 1, 2, 3, 4, 5, 6 пунктов, но если вы придете на чемпионат, обычно от 10 до 15 идет критериев оценивания, то есть там сложность выполнения работы и все остальное. Поверьте, это навыки, которые для вас необходимы. Чемпионат, который буду проводить я как организатор, является независимым, и вы сможете не переживать, что там будет какое-то недостаточное оценивание. Почему? Потому что единицы будут судьи из Харькова, все остальные судьи будут совершенно из других городов, либо даже из других стран. Не либо даже, а из других стран. Поэтому, если вы хотите справедливости, вам необходимо идти ко мне на чемпионат. Поэтому, надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если вы хотите развиваться дальше, следуйте тем советам, которые я вам даю, потому что я их уже даю вам на протяжении более чем 5 лет. Я знаю, что на моих видео выучилось большое количество мастеров. Я очень благодарна за ваши отзывы, потому что вы также меня мотивируете и вдохновляете на то, чтобы я могла вам дать еще больше. И именно поэтому я стараюсь сейчас сделать для вас чемпионат. Наверное, для всех тех учеников, которые учились на моих видео, вы теперь сможете проверить те знания, которые я вам давала. Поэтому всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео.